Всем привет! Пожалуй, настало время посмотреть, что внутри у этого мотора, чем мы, собственно, сейчас и займемся. Для начала посмотрим на состояние головки. Хозяин, кстати, говорил, что у нее, скорее всего, у него сбились фазы, да, газораспределения. Сейчас мы это проверим. Вот, ключом на 17 сейчас поставим метки. Так, вот она метка. Так, ну вот, верхнюю мертвую точку мы поставили. Посмотрим, шлигель. Фазы с мотоцикла. Тут, по-моему, если мне не изменяет память, то ли 15, то ли 14 должно быть между ними. Нет, фазы не ушли. А мотор не заводится. Смотрим дальше. Разбираем. Снимаем самое большое недоразумение, которое могло быть на этом моторе. Это механический натяжитель цепи. Есть проблема, да? Почему же он перестал заводиться? Хорошо приклеили. Неужели не взял? Ну, в первую очередь страдает от масляного голодания вот эта крышка. Здесь она, кстати, здесь она не очень в хорошем состоянии, вот она поедена. То есть здесь постель. Да, вот тут вообще все сожжено. В общем, что я хочу сказать, у мотоцикла было масляное голодание, и головку пытались ремонтировать. О, а тут вообще все прожрало.
промою. Покажу вам. Так, поглядим, что у нас тут дальше с цилиндром. Красавчик, да? Здесь все на месте, клапана. Видно, что на головке какие-то выбоины. Скорее всего, что-то попадало в цилиндр. Теперь его надо расклеить. Расклеили герметиком, так что он не разбирается. Так, касательно цилиндра. Но тут не косиль потертый. Требует замены или гильзовки. На поршне, кстати, тоже следы от попадания каких-то мелких частиц. Ну, коленвал тоже под замену. Моторная цепь, на первый взгляд, ничего. Так, сейчас мы еще быстренько снимем. Крышку. Чтобы проверить, что у нас здесь. Под крышкой.
Вот что все. Так. Оп. Здесь мы видим гайку, которую приварили зачем-то. Вот, а тут и картер размалывала. Вот здесь вот видно, что картер со следами ремонта. Коробка у него осталась. У этого мотоцикла. Любопытно. Цепь, кстати, вроде бы жжет. Давайте посмотрим. Цепь, что у нас со стороны. Ой, со стороны генератора, что мы имеем. Здесь у нас генератор. Блин, ну вот столько стружки, блин, что пипец. Ну, а здесь тоже крышечка вареная, вам видно. Видите? Ротор надо снимать специальным съемником и вообще лучше не отдавать сомнительным людям в ремонт. Ну давайте, ладно, раз уже начали, давайте сцепление снимем.
О чудо, диски сцепления живые, на первый взгляд. Так. Механизм. Сейчас отвернем корзину. Так, ну и здесь у нас обычный резьбаник, отжебный. Сейчас мы быстро отвернем. Вот мы и разобрали мотор, собственно, нужно менять коленвал, цилиндр и головку. Картер вареный, но здесь ничего страшного не произошло, он еще походит, они его чуть-чуть подварили. А, ну и натяжитель цепи. Тоже неплохо было бы заменить. Еще башмачок сниму.